Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давай традиционно проверим связь, как вы меня видите и слышите. Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу. Отлично вижу, побежали огоньки. Спасибо за вашу активность. И представлюсь для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед высшей квалификационной категории, дефектолог, член экспертной группы аттестационной комиссии. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое зрительно-моторная координация, зачем она вообще нужна и как ее можно развивать у детей дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений. Дошкольный возраст является периодом психического развития ребенка. Это обусловлено необходимостью подготовки к предстоящему обучению в школе. Одним из существенных компонентов подготовки ребенка к школе является формирование тонко координированных движений пальцев руки, зрительно-моторной координации, а также развитие и совершенствование пространственного восприятия и формирования умений ориентироваться в расположении элементов на плоскости, на листе. Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления, поэтому уровень развития мелкой моторики является одним из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Для успешного освоения учебными предметами при поступлении в школу у ребенка формируются умения проводить горизонтальные и вертикальные линии без линейки, не выходить за линии для хорошего владения письмом, рисовать геометрические фигуры, соотносить их с формой предметов для дальнейшего овладения математическими науками, аккуратно штриховать карандашом, закрашивать, оставаясь в пределах контура предметов. Современными исследованиями доказано, что у большинства количества детей, поступивших в первый класс, наблюдается недостаточность развития мелких мышц рук и умения пользоваться ручкой и карандашом в качестве графических инструментов. Включение такого ребенка в учебный процесс приводит к эмоциональным перегрузкам, истощению с тяжелыми последствиями для здоровья ученика. Постоянная ситуация неуспеха приведет к формированию негативного эмоционального состояния и снижению положительной мотивации учебной деятельности. Поэтому развитию мелкой моторики, а также согласованных движений глаз и рук нужно уделять внимание на протяжении всего дошкольного периода. Зрительно-моторная координация тесно связана с мелкой моторикой рук и зрительным восприятием. Если какая-то из этих функций нарушена, у ребенка будет недостаточно развитая зрительно-моторная координация. Вообще, что это такое? Давайте разберем с вами. Зрительно-моторная координация – это согласованные действия рук и глаза. С помощью зрения ребенок изучает окружающую действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более совершенными и точными. Глаз как бы обучает руку, а с помощью ручных движений в предметах, которыми манипулирует ребенок, открывается больше новой информации. Глаз видит, рука изображает. Вот такое единство и тесное взаимодействие органов достигается в старшем возрасте при условии последовательно и равнозначного их развития. Зрительно-моторная координация занимает важное место в формировании навыка готовности к письму. Это одна из важнейших функций, на которую опираются процессы развития пространственной ориентировки, общей мелкой моторики, познавательных изобразительных навыков. Без сформированной зрительно-моторной координации невозможно успешное владение графическими и письменными знаками. От уровня развития зрительно-моторной координации у детей зависит аккуратность, беглость и ровность почерка.
так как ребенок должен одновременно видеть, что он пишет и как он пишет. А если зрительно-моторная координация не сформирована, то буквы и строчки будут прыгать, а в тетради будет постоянная грязь. Более того, зрительно-моторная координация влияет на уровень грамотности. Ведь без должного уровня ее развития ребенок может даже не видеть свои ошибки. Особенно много ошибок дети допускают при списывании. Пропуски букв, замены и перестановки букв, слогов и даже целых слов, зеркальное письмо. И очень часто детям с такими ошибками в письме ставят заключение дисграфия. Хотя истинная причина неграмотного письма достаточно часто заключается просто в несформированной зрительно-моторной координации. Что еще? Скорость, четкость и плавность чтения. У детей с недостаточно развитой зрительно-моторной координацией взгляд буквально прыгает по строчкам. Дети не могут сосредоточиться на том, что они читают. Как результат, прерывистое чтение, сбивчивое, часто угадывающее. Детям даже не помогает палец, которым они следят за строчкой. Ведь они все равно не могут остановить свой взгляд на одной точке. Что еще здесь же? Успешное освоение таких навыков, как раскрашивание, вырезание, штриховка, потому что здесь требуется высокий уровень контроля работы глаз и рук. На базе зрительно-моторной координации формируются графомоторные навыки. То есть без развитой зрительно-моторной координации грамотное и красивое письмо просто невозможно. А еще зрительно-моторная координация влияет на взаимосвязь таких областей, как чувство направления, пространственное воображение, визуальное восприятие, мелкая моторика, латеральность. Да? Без сформированной зрительно-моторной координации ребенку будет трудно хорошо учиться в школе. А вероятность того, что он попадет в категорию детей с трудностями в обучении, существенно возрастает. Является также еще одной из психических, высших психических функций, поэтому можно рассматривать ее в рамках нейропсихологического подхода. По Александру Романовичу Лурия выделяются следующие блоки. Первый блок – энергетический, который обеспечивает пластичность протекания психических процессов. Второй – это операционный блок, который включает в себя основные анализаторные системы, кинестетическую, зрительную, слуховую, которые расположены в задних отделах больших полушарий головного мозга. И третий блок – это блок программирования, регуляции, контроля за протекающей деятельностью. Размещается в передних отделах мозга и включает моторные, премоторные, префронтальные отделы коры лобных долей головного мозга. Зрительно-моторная координация – это процесс согласования движений и их элементов под контролем зрения в результате совместной и одновременной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, преимущественно обеспечивающихся работой теменно-височно-затылочных отделов головного мозга. В зрительно-моторной координации с точки зрения ее операциональной организации можно выделить три компонента. Это зрительное восприятие, мелкая моторика и зрительно-пространственная ориентация. Вопросами формирования и развития зрительно-моторной координации у детей старшего дошкольного возраста занимались такие ученые, как Симага, Безруких, Ясюкова, Ефимова, ну и так далее. Не буду здесь долго останавливаться. Существуют объективные причины, из-за которых у многих первоклассников возникают существенные трудности при списывании с доски, из книг, прописей и других пособий. Не вырабатывается каллиграфический почерк. Успешное выполнение работ по визуальным образцам возможно только при наличии координации зрительного анализа с двигательными реакциями, моторикой пальцев ведущей руки. Связи между зрительным анализом и движениями руки не существует с рождения.
они формируются и отлаживаются они постепенно в соответствующих видах деятельности. Начинают складываться, когда ребенку приходится выполнять действия по зрительно составленному плану и под контролем зрения, оперативно переводить визуально представленную информацию в ее двигательно-графический аналог. Только тогда, когда такая деятельность становится систематической, возможно качественное улучшение зрительно-моторной координации. Если ребенок многое с удовольствием строит, конструирует по чертежам, выкладывает мозаичные узоры или панно в соответствии с образцами, срисовывает изображения различных предметов или целые картины, то у него постепенно совершенствуется зрительно-моторная координация. Формируется умение точно воспроизводить графические образцы. Если в своей дошкольной деятельности ему редко приходится двигательно-графически копировать какие-либо изображения, то связи между затылочными зрительными зонами и передними двигательными отделами коры головного мозга не формируются. Даже у детей, которые много рисуют, но не срисовывают, не копируют образцы, координация движений глаза и руки может быть очень слабой. То есть вот здесь вот такая связь. Ребенок может в целом развиваться нормально, хорошо говорить, знать много стихов, да, мы можем от мамы слышать, ой, ну как же так, он же столько всего знает у меня, столько стихотворений декламирует наизусть. Легко может решать логические задачи, петь, танцевать, говорить, знать, да, вот изучать вот эти иностранные языки. Отсутствие зрительно-моторной координации обычно никак не проявляется в дошкольной жизни. Только в первом классе может выясниться, что ребенок при всем старании оказывается просто не в состоянии воспроизвести буквы, изображенные в прописях. При списывании или срисовывании с доски или из учебников у него часто получается нечто очень далекое от исходных образцов. Сравнивая, проверяя свою работу, ребенок не замечает даже грубые различия. Взрослые, естественно, не могут понять, как можно видеть одно, а нарисовать или написать совсем другое, да? Вот такие дети допускают много ошибок при списывании, не видят их, проверяя свою работу. Даже несколько раз они могут проверять, но тем не менее не увидят. Для них характерны такие ошибки, как пропуск, перестановка, замена, написание лишних букв, слогов, цифр, знаков, перескакивание со строчки на строчку, зеркальное письмо. Ребенок, к сожалению, пишет неграмотно. Именно вот такое письмо автоматизируется и закрепляется. Избавиться в дальнейшем от неграмотных автоматизмов бывает исключительно трудно. Лепка, рисование, другие виды творчества развивают мелкую моторику пальцев рук, но просто развитая мелкая моторика без координации со зрением малоэффективна. Копирование образцов развивает именно координацию зрения и движения. Проверить уровень сформированности ручной моторики, да, идем по пунктам, ручной моторики можно с помощью небольшого теста упражнения «Пальчики здороваются». Необходимо ребенка попросить сначала одной рукой, удобной рукой работы в прямом и обратном порядке, потом неудобной рукой, тоже в прямом обратном порядке, и потом двумя руками одновременно. Ребенок в 4 года уже может справляться с данным упражнением. Зрительное восприятие можно оценить по тому, как ребенок складывает картинку, разрезанную на несколько частей. Количество частей и характер разрезов зависит от возраста ребенка. Тоже можно проверить, как выполнять постройку из кубиков или палочек. Если ребенок не может самостоятельно сложить картинку или выполнить постройку по образцу, можно говорить о недоразвитии зрительного восприятия. Когда ребенок выполняет постройку как бы в зеркальном отражении, налицо нарушение зрительно-оптико-пространственной ориентировки. Любые задания на копирование геометрических фигур, простейших рисунков, схем, букв, цифр, а также на конструирование по заданному образцу очень помогают детям в развитии необходимых навыков.
подготовительной группе детского сада у детей выявляют уровень сформированности зрительно-моторной координации с помощью теста на срисовывание, копирование фигур. Интересен тот факт, что неплохо рисующие дети могут иметь проблемы, как я уже говорила, да, отмечала, со зрительно-моторной координацией, так как рисовать по памяти или замыслу легче, чем срисовывать, сличая свое изображение с заданным. И что здесь можно предложить? Система глаз-рука. Задание. Проведи прямые линии от точки до крестика, не отрывая руки. Оценка. Линии ровные, прямые, не разорванные, без поправок. Да, либо смотрим линии, это плюс тогда, если минус, если линии не очень ровные, с разрывами, но без отклонения от прямой линии, есть тремор. И два минуса, движение очень медленное, линии неровные, разорванные, сильный тремор. Еще тоже задание, система глаз-рука. Проведи путь по лабиринту от точки до точки, не касаясь линии, не отрывая руки. И оценка здесь следующая. Все хорошо, если линия ровная, без разрывов, небольшое количество касаний ограничительных линий. Если линия неровная, с разрывами, большое число касаний, тремор, да, то это уже говорит о недоразвитии. Если очень медленное движение, линия неровная, разорванная, сильный тремор, то это уже о серьезных нарушениях говорит. Дальше, следующее, еще тоже здесь задание. Презентация доступна для скачивания, еще раз проговариваю, уважаемые участники. Вы можете скачать презентацию, нажав на прямоугольник в правом верхнем углу. И также еще она будет, если вы пройдете по ссылке на Яндекс.Диск, и на Яндекс.Диске также еще будут материалы, есть материалы для работы. Так, что здесь у нас, какое задание? Заштрихуй фигуры, оцениваем. Штрихи, если ровные, параллельные, не выходят за границы рисунка, все хорошо со зрительно-моторной координацией. Да? Если штрихи неровные, нарушена параллельность, небольшие нарушения ограничительных линий, то есть незначительные недоразвития, да, если штрихи неровные, линии разорванные, нет параллельности, линии выходят за границы фигуры больше, чем на 5 мм, то это говорит о серьезных нарушениях. Скоординированность работы пары глаз-рука самостоятельно, напоминаю, не развивается. Необходима работа в данном направлении. Еще также для диагностики зрительно-моторный гештальт-тест Бендер. И по-разному называют. Это Бендер-тест и Бендер-гештальт-тест, Бендер-визуально-моторный гештальт-тест и так далее. Это исследовательский тест, предназначенный для оценки уровня развития зрительно-моторной координации ребенка, а также способ регистрации замедления психического развития или регрессии детей в возрасте от 3 до 12 лет и взрослых. Процедура тестирования представляет собой срисовывание, копирование предъявленных испытуемому геометрических фигур, рядов точек, линий, в которых заложена, ну или скрыта, да, определенная пространственная организация. Какую инструкцию предлагаем ребенку? Скопируй, пожалуйста, эти рисунки. Постарайся выполнить задание как можно точнее, размести все три фигуры, которые тебе надо срисовать, на одном листе бумаги. Детям дают лист белой бумаги, карандаш. После инструкции последовательно предъявляют все три схемы геометрических фигур. Взрослый повторяет, что на этом листочке надо будет нарисовать еще две схемы. После окончания работы одну схему убирают, и ребенку предъявляют следующую. Тест считается успешно пройденным, когда испытуемый отражает на рисунке предъявленную пространственную организацию, отвечает на совокупность стимулов как на целое, так что сам ответ является целостной структурой. Под влиянием целенаправленного обучения и воспитания развивается и совершенствуется зрительно-двигательная и моторная координация. Ребенок овладевает сложными, тонко дифференцированными движениями. У него
Вырабатываются навыки пользования такими инструментами, как карандаш, кисть, ножницы. Только сформировав зрительно-моторную координацию, можно переходить к следующему, более сложному направлению – формированию навыков написания элементов письма. Первые координации, которые возникают между глазом и рукой, появляются, когда у младенца соединяется поле зрения и поле действия. Взгляд ребенка следует за рукой, а затем направляет ее. К 9 месяцам в норме ребенок начинает исследовать предметы путем повторяемых проб, сыплет, передвигает, катит и так далее. Он направляет свой взор и руку к цели. Задача взрослого здесь правильно организовать предметную среду, а если наблюдается отставание, стимулировать действия ребенка. Работа над развитием мелкой моторики начинается с массажа кистей рук, который полезно делать в младенческом возрасте, уже начинать. В этот период рекомендуется поглаживать кисти в направлении от кончиков пальцев к запястью, а также разгибать каждый пальчик в отдельности. Дети постарше с нарушением тонуса тоже нуждаются в массаже рук. После 3 лет хорошо подключать еще также и самомассаж. Детям очень нравится массаж с помощью колючего мячика, да, и легко можно превратить это все в игру. Какие приемы пассивного массажа? Под словом пассивный подразумевается, что все манипуляции выполняет взрослый. Как вариант, можно использовать массаж пальцев рук, предложенный Оксаной Георгиевной Приходько, доктором педагогических наук, действующим директором Института специального образования, комплексной реабилитации в МГУ. Какие варианты? 6-8 поглаживаний внутри и внешней поверхности руки, от кисти к локтю. Идем. Да? Дальше 2-4 одновременных сгибания, разгибания пальцев, кроме большого, который должен оставаться неподвижным. 2-4 спиральки, скажем так, по ладошке. Взрослый своим пальцем совершает круговые движения, стараясь идти от середины ладони к основанию пальцев. Что еще? 1-2 массирования каждого пальчика от кончиков к основанию. Все движения взрослый выполняет большим и указательным пальцами, массируя всю поверхность, в том числе межпальцевую и тыльно-ладонную плоскости. Что дальше? Отведение большого пальца руки в разные стороны, вперед-назад, вправо-влево и 5-6 поглаживаний детской руки от периферии к центру. Кроме того, в качестве пассивных приемов можно использовать знаменитые потешки. Ну, та же самая сорока-ворона. Постукиваем по ладони, загибаем пальцы. Паучка можем тоже использовать. Рисуем на ладони ребром руки сверху вниз, затем диагонально и тому подобное. Активное воздействие. Что здесь? По мере взросления ребенка стоит привлекать к процессу массажа рук и его самого. С этой целью оптимальными станут такие веселые упражнения. Например, «А ну-ка догони». Пальчики малыша бегут по ладошке, а пальцы взрослого пытаются поймать. Или каталочки, пластиковые теннисные шарики, пупырчатые мячики или любой другой круглый предмет нужно катать, зажав между ладонями. Можно попробовать делать это с разной скоростью. Можно удлинять, прокатывать до локтя и вверх. Что еще? Снимаем варежки. Одна рука рывками тянет пальчики, на другой имитируя снятие рукавиц или перчаток. Да? Утюжок. Нужно представить, что одна ладонь – это одежда, а вторая – это утюг. И вот этому утюгу нужно погладить одежду хорошенечко. Или упражнение «Вертолет» с помощью простого карандаша, размещенного на ладони. Нужно имитировать движение пропеллера. Или шарика. Можно подключать же стихи еще, да?
Суджок мячик тоже сюда же можно. У нас был вебинар, посвященный суджок терапии. Он доступен в записи бесплатно. Вы можете на нашем канале YouTube найти, посмотреть. Как пример, этот шарик непростой. Любуемся шариком на левой ладошке. Он колючий, вот такой. Накрываем правой ладошкой. Будем шариком играть. Катаем шарик горизонтально. И ладошки согревать. А теперь раз катаем, два катаем, катаем вертикально, сильнее на шарик нажимаем. Как колобок мы покатаем, катаем шарик в центре ладошки, круговые движения, сильнее на шарик нажимаем. И здесь нажимаем на шарик, в кулачок его сожмем, да, в левую руку возьмем, в кулачок его сожмем. Мы положим шар на стол и посмотрим на ладошки, и похлопаем немножко, потрясем свои ладошки. Ну, в таком формате, как вариант, может быть. Для развития мелкой моторики рук существует множество тренажеров, замочки, пуговицы, нажималочки, шнуровки, втыкалочки. Тоже, если интересно, вебинар у нас был посвящен, также посмотрите на нашем канале в YouTube, есть. Можно использовать, да, изготовить своими руками эти тренажеры. Для повышения мышечной силы пальцев рук можно использовать экспандер, в качестве которых можно использовать и мячи, и цилиндры, кольца. Всем известны и любимые пальчиковые игры. Они бывают несколько видов. Статические пальцевые позы, когда удерживаем в течение нескольких секунд заданную позу. Например, упражнение «Зайчик», указательный средний. У нас с вами левая и правая рука, одновременно вытягиваем пальцы. Упражнение «Собачка», да, ну и так далее. То есть их же много, этих упражнений. Динамические, когда выполняем ряд последовательно или одновременно организованных движений. Мы капусту рубим, рубим, мы капусту солим, солим, ну и так далее. Да? Веселые маляры, синхронные движения кистей обеих рук вправо-влево, затем с подключением кистевого замаха красим забор и так далее. Сочетать тоже можем со стихотворениями. Что еще? Развитие пальцев и кисти рук достигается правильно организованным рисованием, лепкой, конструированием и другими продуктивными видами деятельности. Нанизывание, например, бус на нить, гравюры и так далее. Игра рисунок из фасоли. Правила игры просты. Из зерен фасоли вы с ребенком должны составить какой-нибудь рисунок. Помимо моторики рук, у ребенка будет развиваться зрительная память и выявляться творческие наклонности. Лучше дать ребенку зерна нескольких растений разных цветов. Вот таким образом ребенок проявит себя в творчестве, его фантазия будет выливаться на бумагу зернами. Что еще? Игра бусы. Здесь требуется нанизать бусы на тонкую нитку. Работа очень кропотливая, но хорошо развивающая. Не стоит выбирать, правда, мелкие бусины, ведь это приведет к ухудшению зрения у ребенка. Игра сортировка семян. В огромную чашу высыпите зерна разных растений. С ребенком вместе рассортируйте зерна с помощью пинцета. Ребенок будет познавать растения, а вы будете ему в этом помогать. Работа с пинцетом приведет к развитию мелкой моторики. Игрушки-конструкторы. Эти игрушки лучше всех развивают фантазию ребенка. Построив дворец, ребенок будет чувствовать себя архитектором. Такие игрушки очень полезны в возрасте от 3 до 5 лет. Развитие фантазии поспособствуют конструкторы из дерева, пластмассы или железа. Есть специальные конструкторы, из которых можно создать машины, вертолеты или что-то подобное, да, тому. Пластилин. Пластилин является первым шагом ребенка к художеству. Развитие моторики рук здесь очень большое, ведь ребенку понадобятся большие усилия, чтобы слепить что-то красивое. Лепка развивает моторику пальцев и фантазию ребенка. Не стоит недооценивать игры с пластилином. Красочные и яркие формы, созданные
руками ребенка обрадует вас, ну а сам ребенок будет на седьмом небе от счастья. Игра переливания. Учим переливанию жидкости ребенка, причем нужно учить этому с малого возраста. Для начала из одного следует научить переливать, например, горох и фасоль из одного сосуда в другой, затем песок и только потом воду. Занятия поднимут уровень чувствительности у ребенка, потому начинает следовать с гороха и только потом уже переходить к воде. Да? Что еще? Игра наматывания ниток. Прежде чем начать играть в эту игру, следует рассказать ребенку, кто такой паук, как он ловит букашек в свою паутину. Для игры следует подготовить моток ниток и маленькие мягкие игрушки. Задача ребенка заключается в наматывании ниток на мягкие игрушки. Затем он должен размотать их, замотать нитки в моток снова. Так как нитки будут похожи на паутину, рассказать о пауке следует ребенку заранее. Или игра мозаика. Родители, взрослые вообще в целом, да, заранее готовят тоненькие полоски разноцветной бумаги. Ребенку нужно разорвать бумагу руками и начать склеивать их клеем в разные фигурки. Это хорошо сработает тоже на фантазии ребенка. Игра «Болты и гайки». Для игры потребуются болты, гайки разных размеров, крупной величины. Задача ребенка состоит в прикручивании болтов к гайкам одинаковых размеров. Для развития мелкой моторики, зрительно-двигательной координации необходимо, чтобы ребенок систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности. Плетение, нанизывание бус, оригами, мозаика, вырезание, лепка, игровые упражнения с мелкими предметами и так далее. Особое значение занимает штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, рисование по точкам, дорисовывание незаконченного рисунка, рисование по клеточкам. Помимо формирования графических навыков, эти задания очень полезны для развития зрительного анализа, произвольности деятельности, способности принимать задачу. Особое внимание нужно уделить выполнению линий сложной формы одним движением кисти руки. Овалы, окружности, волнистые ломаные линии. Вначале они должны быть крупными и постепенно от занятия к занятию уменьшаться в размерах. Для развития зрительно-двигательной координации можно дать ребенку образец, нарисованный под диктовку, который он должен скопировать. Любые задания на копирование геометрических фигур, простейших рисунков, схем, букв, цифр, а также на конструирование по заданному образцу очень помогают детям в развитии необходимых навыков. Специальная работа по формированию зрительно-моторной координации у детей с 3 лет начинается с тренировки движений глаз, когда прослеживают взором различные линии с рукой, без ее сопровождения. Затем следует обведение пальцем, контуров предметов. И только потом включается рисование по контуру, по пунктиру, по точкам. Чтобы выработать навык плавного движения ручкой, начинаем с обведения слабо прорисованных контуров. Имеющим отставание в развитии мелкой моторики детям предлагаем только карандаш. Ручка скользит, ощущение руки от движения ручки слабее, чем при рисовании карандашом. Вспомните, раньше, чем мы начинали детей учить писать, да, и рисовать, обязательно карандашом. И в старшем дошкольном возрасте ребенок начинает писать в прописях. Важно сразу приучить к правильному положению тетради, карандаша, ну или ручки уже, если пишем ручкой. Наиболее оптимальное положение пальцев. Ручка лежит на верхней фаланге пальца, фиксируется большим указательным пальцем. При этом большой палец несколько выше указанного указательного. Кисть опирается на мизинец, средний и безымянный. Расстояние от кончика пера до указательного пальца должно быть примерно 1,5-2,5 сантиметра. Чтобы ребенок
соблюдал это расстояние. Можно указать границу на ручке маркером. Верхний край ручки указывает на плечо пишущей руки. При этом локоть не отрывается от стола, а кисть в движении. Рука, не занятая письмом, лежит на столе параллельно его краю. За столом ребенок должен сидеть прямо, голова слегка наклонена, ноги согнуты под прямым углом, ступни ног перпендикулярно к полу. Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку стула между грудью и столом помещался кулак. Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 30 сантиметров. Во время письма ребенок опирается о спинку стола поясницей. Ой, стула, извините. Для развития зрительно-моторной координации в работе со старшими дошкольниками используются тетради в крупную клетку и крупную линейку, а также готовые прописи. Зарекомендовали себя пособие Иншаковы, развитие коррекции графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Кстати, есть на диске тоже, вот как раз спасибо Татьяна Викторовна за то, что продублировали, с языка сняли. Дальше, безруких прописи для первоклассников с трудностями обучения письму и леворуких. Вы можете скачать материалы с Яндекс.Диска, там и другие есть. Дальше, следующее, что я не буду зачитывать, да, все это есть на слайде, чтобы не тратить нам время с вами, хорошо? Какие приемы мы с вами можем использовать для того, чтобы развивать зрительно-моторную координацию? Комплекс дидактических игр и упражнений для развития зрительно-моторной координации для детей старшего дошкольного возраста. Что можно здесь предложить? На первом этапе дидактическая игра «Чайник». Цель – это развитие общей моторики, учить передавать движения по образцу. Проговаривается: «Я чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд, я вам на показ». Выставите живот, ребенок стоит, изогнув одну руку, как носик чайника, другую держит на поясе, живот надут. Я чайки печу, клокочу и кричу, топают здесь. Люди, я с вами попить чаю хочу. И призывные движения правой рукой. Да? Следующее, ну и же с ними подобные. Дидактическая следующая игра «Дерево на ветру». Цель – это развитие общей моторики, учить передавать движения по образцу. Ребенок сидит на корточках, опустив голову на колени и обхватив их руками. Это семя, которое начинает расти, распускаться, начиная тянуться ветками к солнцу. Взрослый дает команду. Ветер. Ребенок, расслабляя верхнюю часть туловища, сгибается в талии, изображая сломанное дерево. Следующая игра – дидактическая, слепой скульптор. Цель – это развитие тоже общей моторики, учить передавать движения по образцу. Водящему закрывают глаза. Одного из участников игры, он встает в любую позу, это натурщик. Водящий должен ощупать предложенную ему фигуру и слепить из другого ребенка точно такую же, не зеркальную только что. Да? Затем можно увеличивать число так называемых натурщиков, составлять скульптурные группы из 2-3 человек. Очень важно, чтобы после окончания своей работы скульптор с открытыми глазами мог поправить допущенные ошибки. Следующая игра «Море волнуется». Здесь цель – это формирование произвольного внимания, развитие скорости реакции. Понадобится на полу, нужно заранее нарисовать круги по количеству играющих. Следуя командам водящего, игроки, держась за руки, ходят друг за другом, а затем разбегаются, стараясь занять пустые круги. Кто остается без круга, становится водящим. Хотите поиграть в интересную игру? Я буду водящим. Каждый из вас займет круг и будет внимательно слушать меня. Я буду ходить между вами змейкой. Некоторым игрокам я дам команду «Море волнуется». Все, кому я дам такую команду, выстраиваются цепочкой, взявшись за руки, ходят за мной вдоль оставшихся детей.
Как только я дам команду, море спокойно, вы должны бежать и занимать какой-либо круг. Я тоже постараюсь занять один из кругов. Тот, кто остался без круга, становится водящим, и игра повторяется. Еще игра ритм по кругу. Цель здесь – это развитие общей зрительно-моторной координации. Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число участников в кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок хлопает в ладоши один раз, следующий два раза, следующий три раза, следующий опять один раз и так далее. Ведущий задает различный темп игры. Меняет направление игры то по часовой стрелке, то против часовой. Далее упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Ведущий отстукивает какой-то ритм. Дети по команде его повторяют. По отдельности или все вместе. Когда ритм освоен, дети получают команду. Давайте прохлопаем этот ритм следующим образом. Каждый по очереди отбивает по одному хлопку заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает сначала. Итак, до команды стоп. Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний хлопок, получает штрафное очко. Еще тоже игра «Хлопки». Цель – это развитие общей зрительно-моторной координации. Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок ведущего они должны подпрыгнуть. На два – присесть. На три – встать с поднятыми вверх руками. Ну, или какие-то другие варианты движения. Тут выбирайте самостоятельно, чтобы детям не скучно было. И опять же, когда меняете, так, как меня видно, слышно, зависла ли я у вас, уважаемый участник. Если все хорошо, нажмите на огонек. Спасибо. Все, вижу, что все отлично. Это я для чего спрашиваю, чтобы понимать, с моей ли это стороны. Благодарю, очень приятно. Так что, то есть вы здесь можете выбирать любые действия, и с периодичностью их и нужно менять, чтобы формировать новые нейронные связи. Да? Что еще? Игра «Ходьба по контуру». Развиваем тоже общую зрительно-моторную координацию. В начале обучения детям предлагается нарисовать, ну, нарисовать, конечно, в кавычках шагами разные варианты дорожек, фигур и так далее. Либо по прорисованному контуру на полу, либо по меткам ориентирам. Все, ага, благодарю. Траектория движения может быть выложена с помощью лент, веревочек и так далее. Следующий, второй этап здесь – это дидактическая игра «Глаз-фотограф». Цель – совершенствование навыка портретного распознавания объектов, расширение поля зрения. Нам понадобится наборное полотно и карточки с изображением знакомых животных, растений, геометрических фигур. На небольшом переносном наборном полотне устанавливаются буквы, 3-4 карточки. Взрослый на протяжении 2-3 секунд показывает детям наборное полотно с карточками и поворачивает его тыльной стороной. Вызываемому ребенку предлагается назвать картинки, которые запомнил за время рассматривания, желательно в том же порядке. На наборном полотне могут устанавливаться также знакомые детям буквы, да, картинки, если буквы не знают. То есть вы здесь варьируете уже от уровня развития детей. Следующая здесь игра будет «Не зевай». Совершенствуем навык портретного распознавания геометрических фигур, расширяем поле зрения. Понадобится мяч. На доске изображены 3-4 геометрические фигуры. До определенного момента они закрыты полоской бумаги. Вызванный ребенок поворачивается спиной к доске. Взрослый в это время открывает геометрические фигуры. Ребенок поворачивается лицом к фигурам, подбрасывает мяч и рассматривает их, пока мяч не ударится о пол. Поймав мяч, он поворачивается лицом к детям и называет геометрические фигуры, которые успел запомнить. Следующему ребенку предъявляется новая группа фигур. Еще что? Заполним квадраты.
Совершенствуем здесь навык портретного распознавания объектов, расширяем поле зрения. И нам понадобятся карточки с квадратами, разделенными на 9 равных частей, размеры которых приблизительно соответствуют размерам контуров предметов, например, машины, деревья и так далее. Взрослый чертит на доске квадрат, в 3-4 клетках которого размещены контуры предметов. Взрослый открывает квадрат, который был до этого закрыт листом бумаги. Дети пару секунд разглядывают его, после чего квадрат снова закрывается. Дети стараются запомнить рисунки, разместить их на своих квадратах в том же порядке, что и на классном порядке. Дальше, следующая игра. На космическом корабле. Тренируем, укрепляем глазные мышцы, развиваем глазодвигательную координацию. И нам понадобится настенная интерактивная панно «Бесконечность». Предлагается представить себя на космическом корабле. Посмотреть в иллюминатор, представить, что там, где-то далеко, да, видна наша планета. Обязательно условия: смотрим на ближайший круг, а затем на отдаленный. Ближайший, отдаленный. Ближайший, отдаленный. После упражнения предлагается посмотреть на остальное оборудование, которое находится, например, вот в сенсорной комнате, опросить у присутствующих, что они ощущают, находясь вот в этой комнате, какие появляются эмоции, что им больше нравится. Следующее, что сосчитай буквы или сосчитай бабочки, бабочек, или сосчитай цветочки, не принципиально. Тренируем и укрепляем глазные мышцы, развиваем глазодвигательную координацию. По комнате расположены объекты для счета. Буквы могут быть, бабочки, цветы, вообще что есть. И ребенка просят сосчитать предметы. Дальше, третий этап. Здесь какие игры предлагать можем? Например, дидактическая игра «Пройди по дорожке». Развиваем зрительно-моторную координацию. Первый вариант здесь. Бланки с дорожками нам понадобятся для первого варианта. Дорожки имеют разную фактуру. Второй вариант – дорожка из ленточек на ковролине, каталочка. Третий вариант – дорожка нам понадобится из проволоки, шарик с дырочкой. Четвертый вариант – бланк с дорожками, металлический шарик, магнит. Пятый вариант – дорожка на полу и шарик. Итак, первый вариант. Ребенок прокатывает шарик по дорожкам или проводит пальцем по дорожкам, прослеживает движение глазами. Второй вариант. Ребенок прокатывает каталочку по дорожке. Движение тоже прослеживает глазами. Угу. Третий вариант. Шарик надет на дорожку из проволоки. Ребенок прокатывает шарик по дорожке. Движение прослеживается глазами. Или, например, может держать дорожку шариком вертикально, шарик скатывается по дорожке, ребенок тоже прослеживает движение шарика глазами. Еще тоже здесь же может быть, ребенок перемещает шарик с помощью магнита по дорожке, тоже прослеживает глазами. И ребенок прокатывает шарик рукой, а ногой тоже еще можно, по напольной дорожке, тоже прослеживает глазами. И здесь же мы можем подключить нейропсихологические игры. Например, стоим на одной ноге, ребенок стоит на одной ноге, мячик лежит на полу, и получается, что он, так как это мне вам показать, вот это одна нога, да, и другой ногой он прокатывает вокруг той ноги, на которой он стоит, ну и держится при этом за опору, да, вот таким образом можем одной ногой, потом другой ногой. Следующая здесь игра – цветочки. Развиваем зрительно-моторную координацию. Понадобятся цветы из верхней части бутылок, шнурки, пробка, лепестки. Ребенок вдевает шнурок в отверстие, сделанное в пробке, прикручивает пробку к цветку, подбирает лепестки к цветку по цвету. Что еще? Надень бусы на леску. Тоже развиваем зрительно-моторную координацию.
бусины различного размера, формы, цвета, леска, шнурок здесь. Ребенок нанизывает бусины одного цвета, одного размера и так далее на шнурок, на леску. Например, еще тоже игра в виде по точкам. Ребенку предлагается дорисовать за художника картину. Или раскрась картинки. Найди и раскрась букву А. Перед тем, как приступить к раскрашиванию, необходимо, чтобы объяснил, во что же превратилась буква, где еще спряталась, да, и так далее. Штриховки здесь тоже. С помощью трафаретов дети обводят заданную фигуру, заштриховывают в заданном направлении. Детям с нарушением зрения предлагаю закрашивать цветными карандашами, а не фломастерами. Закрашивая карандашами, ребенку приходится прилагать определенные усилия, разную силу нажима, и все это, в свою очередь, помогает развивать мелкую моторику рук и пальцев. Здесь же дети закрепляют еще и цвета. Штриховка укрепляет мышцы руки ребенка, способствует концентрации внимания, развивает логическое мышление, навык доведения дела до конца и воспитывает усидчивость. Повтори узор, графические диктанты, зашумленные предметы. То есть очень-очень много различных упражнений, которые мы можем предложить с вами. Ну, опять же, те же самые зашумленные предметы. Детям предлагается стать внимательными охотниками и найти на изображении в зашумленном рисунке всех животных, а также попробовать создать собственное подобное изображение. Конечно, игр и упражнений, направленных на развитие зрительно-моторной координации, очень много. На вебинаре я представила лишь их часть, поскольку мы с вами ограничены во времени. Предложенные дидактические приемы полезны и эффективны для развития зрительно-моторной координации. Также помогут добиться положительных результатов в формировании навыков письма. Ведь это является главным и важным условием для успешного обучения в школе. Еще больше, напоминаю, если кто позже подключился, не слышал, еще больше материалов для работы, непосредственно для работы, вы можете скачать, пройдя по ссылке на Яндекс.Диск, и там больше примеров упражнений, которые вы можете взять в работу. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Спасибо вам за ваши отзывы, спасибо за ваше внимание. Нам очень важно знать ваше мнение. Благодаря вам мы становимся лучше. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если есть какие-то пожелания по поводу тем, пишите, тоже все это возьмем в работу. Спасибо. Благодарю, очень-очень рада. Приятно читать ваши отзывы. Спасибо за вашу доброту. Тепло. Что вы имеете в виду? Мне очень трудно понять смысл вопроса, если честно. Может быть, вы имеете в виду компоненты зрительно-моторной координации, да? Если так, то тогда немножко о другом мы с вами, о разном. Угу. Об этом я говорила в начале вебинара. Хорошо, спасибо огромное. Если вопросов нет, то тогда передаю слово Татьяне Викторовне. Всего доброго, всех благ, и будем ждать вас на наших вебинарах. До новых встреч!